Всем привет! Наконец-то мои руки дошли, чтобы вытащить из форм печенье, которые уже давно высохли. И боюсь, что они вообще рассыпятся полностью. Ну, пробуем. Да, очень уж пересохли. Вот что бывает, когда ты пересушиваешь. То есть полностью рассыпались. Так, это у нас, о, смотрите, это живое. Живое, ну, хрупкое, очень хрупкое. Так, ставим сюда хрупкую печеньку. Ой, порвалось у меня это. И вот это вот тоже получилось. Вот такое вот хрупкое. Рыхло-рыхло будет, хрустеть не будет. Будет глухой хруст. Так, это убираем. Это нужно переделать. И здесь. Сверху я... Сверху я сыпала крошки, чтобы убрать лишнюю влагу. Немножко ломаются. Не та немного консистенция, да, вот видите, ломается. Не та немного консистенция, здесь вообще не это. Тут ничего такое. Очень уж получились хрупкие. Да, ломается. Пересушила. Она тоже ломается. Ну, такой тоже бывает. Тоже ломается. Вот это нормально, более-менее. Такое тоже бывает, когда забываешь, как правильно смешивать ингредиенты. Поэтому, знаете, в тот день я делала без настроения. Вот, возможно, еще это дает. Мама всегда говорит, если нет настроения, лучше вообще не готовь ничего. Блюдо будет невкусно. Так, все. Это мы поняли. То у нас не получилось. А вот эти печенюшки я готовила с настроением, с хорошим настроением. И что же у нас получилось? Какая красота. Вот что у нас получилось. Замечательные сердца. Сердечки, печенюшки. Ух, какое. Красивое. Разводами. Ну вот на этом все. Пока-пока. Увидимся. Ой, мама, что это? Ну, такая красота у меня получилась. Тут такие типа сэндвичи. Сырнички, или как называют, не помню. Анка кулинарка.
Та-дам!